сегодня у нас 11 мая. У меня день рождения. Вот. Поздравляем! Да, спасибо всех. Поехал отдыхать, в общем. Сломался, полетел Ленинград. Вот. Приехал мой друг. Вот. Я километров. Он не жалеет своей машины. Тащит меня по бездорожью. Сигнал он полностью. Ужас. Побольше всем таких друзей. Чтобы вот так приезжали, помогали, выручали. Хорошая погода все. Да, погода хорошая. Да. Отлично. Мой лучший, Андрюх. Вот это да, день рождения. Да вообще отлично, столько эмоций. Че, ремень будешь показывать? А, сейчас. Вот я что буду. Осталось от ремня. Что-то закусило, или это непонятно. И все. Тряпку убери. Погнали. Стекла помыли. Это было трудно, но мы это сделали. Опять же спасибо другу, моему оператору. Да ладно, ты что-то прям. Да. Подписывайтесь на канал. У него Дзен канал есть. Он кинет туда ссылку. Есть ссылка на Одноклассники, но это потом. Да ладно, ладно. Интересно, все потом. У себя выставишь там. Может, пара просмотров будет у тебя? Напишите комментарий, как этот ГРМ, блин, менять, какие последствия после бывают, когда обрывается ГРМ. 20 тысяч. Кошелек пустеет на 20 тысяч. Да. Что может быть? Чтобы такого вот не было, вот так никого нет. Менять ремень периодически, регулярно. Короче, это весело. Веселая поездка.